Здорово. Значит, смотри, сегодня мы поиграем в кастомку, которую в игротеке вы можете найти вот с таким вот названием. И суть ее заключается примерно в том же, о чем были некоторые последние кастомки на канале, где за каждого добитого крипа и героя вы получали усиление способности. Однако разница в том, что, во-первых, тут карта старая, к сожалению, но здесь можно настраивать проценты получения. Вот, допустим, у нас сейчас 3% за крипа и 10% за убийство героя. Чуть-чуть подняли, посмотрим, как это все будет выглядеть. Так что усаживайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра. Друзья, что у вас там по рейтингу? Растет? Нет? Тогда залетайте на AnyLevel, ведь это, наверное, лучший сервис по бусту рейтинга и продаже готовых аккаунтов Dota 2. Здесь ты сможешь заказать буст рейтинга по приемлемым ценам и отслеживать прогресс прямо на сайте. В команде AnyLevel работают только верифицированные и специально обученные бустеры, которые соблюдают рекомендации по безопасности и легко забустят тебя до 8к ММР. Более того, на сайте всегда есть большой выбор готовых аккаунтов от 1 до 8000 ММР с детальным описанием и моментальным получением. А если у тебя завалялся ненужный аккаунт Dota 2, CSGO или Faceit, просто оставляй заявку и гарантированно получи выплату на свою банковскую карту. Все ссылки вы найдете под видео. Дерзайте. А вот мне интересно. Будете драться с Медузой, не смотрите на Медузу. Как будет усиливаться? А еще лучше звук выключите. Джиминейт атак. Почему? У него щит постоянно, прокачивается. Звук, да, прокачки. Ага, статы не меняются, но вот звук прям раздражает. Я думал, это как гайд, как бороться с ультой Медузы. Не смотрите на ульту Медузы. Спасибо, запишем. Хороший лимон. А я даже не отправил своих в атаку, а волком был очень. Прям прекрасно получилось. Люцифер, можно забрать? Спасибо. Спасибо, да, что нет. Обращайтесь. Блин, тут курьеры, вот и то, что единственное не усиленные, это прям печально. Но всегда можно. Можно подойти в соседнюю лавку. И все, что надо тебе купить. Вот, кстати, за Дайр. В Дайра Харде это прям приятно. Не-не-не. Инвист не равно неуязвимость. Мне интересно, как у меня Джиминейт атак будет усиливаться. Господи, опять настройку-то не поставил. Атаковать. Давай ты фармишь наших, а я убиваю вражеских. Вообще коллаборацию у вас, идите нафиг. Точнее на наоборот. Там, кстати, он почти умер. Да, Джиминейта. О, я волкаш могу постоянно динаить. Да. Плюс 3%. О, у тебя уже 30, кошмар. Ладно, я пойду стрек еще сюда куплю. Давай. Чтоб жизнь ему малиной не казалась, да? Сразу свалил. Так, у меня определенные проблемы с добиванием крипов. Это кошмар какой-то. Иди сюда. Здорово. Души его. Тычку дам, улетела. Найс. Реагрит на крипа. Сразу пришел, ты посмотри на него. А он еще есть. Если думаешь, мы тебя не видим, ты ошибаешься. Ой, там жуки прям очень больно будут делать. Тауэр добил жука. Блин, ему сейчас не поотдаваться бы, главное. Да, я что-то аж, ну, испугался. Было бы замечательно прям. А, да? А чё, по ранжу всё окей? Слушай, у меня в какой-то момент будет 3 тычки. А в какой-то всё, момент пока. Еще больше. Чё он 5 уровня? Бегипи умер. Ну, он же соло стоит. А нет, я не умер. Крипах застрял. Нет, а нет такого усиления. Да. У меня волки его, ладно. Я
конечно. Тем не менее, крипам не подходит, нас это устраивает, правильно? Да, вполне. Я фармлю быстро в целом. Так что это не критично для меня. Поживем, увидим. Да господи, вообще не могу на этом героя добивать крипов. Знаешь что, мне вот интересно, где а именно что ты АФК-то стоишь? Ты быстро фармишь крипов. А, он здесь у меня, слышишь? Понял, бегом. Он на базу ходил. Не надо кастовать. Жучки съели. Как же он быстро возрождается. Сколько там? 77. Кошмар. Это жестко, это жестко. Ничего не скажешь. У меня спарки на 7 секунд, активируется 5 секунд. Значит, просто умру. А я без ультимейта. Просто трэш. Жестко, жестко. А что сюда вообще приперся? Мы тебе не капельки рады. Капельки не сейвят. А меня сверху прогнали. Сука. Тебя можно тоже с ними запрыгать с твоим щитком? Ясно. Да, надо бы как-то тебя прогнать. По старой доброй традиции, сплитшот у медузы, как всегда, сломан. А насколько ты там прячешься? О, у меня волков нормальное количество. Хорошо. Уже 3. Нифига тут. Ты есть сеч? Да, всего интересного. Интересно. Змейка на всю карту летает. 129. Жесть. Угу, не сегодня. Нормально, нормально. Замедляю волками. Одна 74 тычки. Замечательно. Нифига тебя там уже радиус. Ого. Да и дэмэдж такой лютый. Можно мне этого героя? Интересно, он тебя добьет? А, ты с Вижена вышел, и он... Вышел, да. Я понял. Да. У меня волки сломались. Я только обрадовался, что их нормальное количество. Нормальное количество — это 2, а 3 — это уже ненормально. Ну, то, что оно апается нормально. Обычно оно не апается. Что вам тут надо от меня? Поприходили тут, посмотри на них. Мне очень нужен шарт. Что за цемочка пришла? Давай, брат, умирай. Ты что, умрешь, да? Прекрасно. Ладно, на гримстерорке можно откармливаться пока. Да хоть на ком-нибудь. Такое чувство, что тут линку прям хочется собрать. А жучки прям мощь. Кто бы мог подумать. Что, не откормился? Я с дожиком почему-то бегал, не мог его дать. Что за слово? Кто бы говорил? Ну ты сравни мое слово и твое слово.
Еще тут тычку дал. Надо баланс на герой на УД. Ты тоже бесконечно второй можешь держать. Я в какой-то момент прям шокучами буду такой лютый дэмэдж вносить. Что прям кошмар. Я хочу убить УД, очень сильно мстить. Угу, я без маны сейчас останусь, да? Ну ладно, не без маны, без хпшки останусь. Давай, давай, жучок, догрыз, хорош. Ладно. Плюс две атаки для убийства жучков, это замечательно. О, дайте мне медузу. Посмотрим на нее. А, бесконечный второй, по идее. А, ну... Я просто в шоке. Радиус. Не пойму. Так, там нету. Мне очень шарт нужен. Извините. Шарта агоним, агоним шляпа. Может акторин собрать и чисто через жучков играть? А почему у нас медуза в наглую фармит? А вот смотри, а больше не фармит. Ветра от этого не спасут. Она бить не может. Но вот сейчас мой второй закончится уже, может будет. Ого, там радиус. Сейчас мы еще одного накинем. О, господи. А, они не стакаются, да? Ой! Вот это было внезапно. Ой, спасибо, что спрятали. Это надо дохол. Ну ладно, не спасибо. А таланты, думаете, да, когда брать? Вот это и без понятия. Я сразу. Честно. Блин, у меня 186 хп, можно мне умереть? Спасибо. Таланты апаются, нет? Не, не хп, а маны, точнее. Все, у Санкинга там уже расфармил. Дима, это я сдох. Нормально там на всю карту летит. Ого! Так, а вот это вообще не прикольно. Надо отсюда уходить. А, турбо, пацаны. Это что было? А? Кто здесь? Что за турбо, пацаны? Турбо, пацаны, это мой новый проект на просторах Ютуба. Самый народный канал по Dota 2, где вы можете отдохнуть под пивасик после тяжелого дня на заводе, угорая как турбо, пацаны, такие же подпивасные типы, как и вы, творят историю в нашей любимой Dota 2. ЦМ-ка, которая собирает 4 БФа. Ой, они поняли, кого фокусить надо. Но поздно поняли, пацаны, поздно! Снэпфайр стреляет сразу 4 героями. Нормально, нормально, смотри, что происходит. Нормально. Специально на фиг. Ты с ним подружиться хочешь? А снайпер собирает сразу 5 рапир. Одному чисто бам, бам, бам. Да-да-да, вот примерно на это расчет и идет. Время пострелять! Бам, 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 бам! Ой. О, нормально. А у него урона-то нет? Все это уже есть на новом канале, который вы найдете в названии, описании и даже комментариях под этим видео. Господи, эти каски. Они, сука, бесконечны. Крайне рекомендую прямо сейчас туда заглянуть, подписаться и угорать вместе с нами. Или после просмотра этого видео. Мы вас ждем, друзья. Корба, пацаны. Мне нужен... Когда он появится? Не скоро Агадим Шарт появится. А, у меня 0 урона, да? Со скилла. У меня просто мана слишком много блокирует. У тебя тик очень долгий просто еще. Так же, как у меня вот должно было застанить давно, но не застанило. Пульты. Радиус, радиус, рыба. 0, одну секунду мне пишет. Как же долго я бегаю. Ну
То, что через альт пишется, оно никогда не показывает то, что усилилось. Что-то, пацаны, на карте героев нету вообще. Крипов, точнее. Они все здесь. Герои. Да? Ну, ловите тогда подарочек. Вот, кого-то зацепило. Я просто нажимаю змейку крипов, кого-то убиваю. Да, ты жесткий. А. Из Санкинга не выбраться. Вот Вижен бы туда по... А. Воды? Бейте меня, пожалуйста. У меня есть 44 маны. Свечу пацанам. В какой-то момент да ты умрешь. Так, а вот Цинкинг это уже прям печально. Цинкинг, не руин нам. Ничего, что ты так жестко обузишь-то дерьмо свое. Это жесть. Не-не-не, вот я ж о чем и говорю, что герои, которые имеют вот такие вот скиллы, бесконечные, да, грубо говоря, по области, расширяющиеся по длительности, это, ну, сразу 100% вин. Снайпер, Сенкинг, этот, кто там еще, нейротоксины вот эти вот и прочее-прочее. А Сенкинг еще и вдвойне неприятнее, его попробую найти. А я говорил, что это... Ну, кстати, меня сейчас надеялись... Сенкинг еще и с собой пустыню заносит. Бля, это прикол, потому что она так быстро двигается, что я просто в центре постоянно... Вот если бы каким-то образом можно было бы видеть тебя, то было бы все совсем иначе. Ну зачем? Ну я и так ушел как можно дальше от вас. Но я все равно кого-то убиваю. А, нет, я просто ношу с собой жука. Да, всю игру. У меня минус 70 брони. На базе достает или что, я понять не могу. Да, везде. Она везде. Ага. Я просто отмени даже его не могу, я выйти из его радиуса не могу никак. Тут только БКБшка поможет. Ходи до фонтана к ним, уберешь и все. Он закончится секунд через 80. Капец, там у жука хп много. Да, ты его попробуй пробить. Но у нас вот я нашел шардик. Способ, как от него это... Шардик нужен. Хватит мне стопить. А, ладно. Знаете, еще вам жучка. Ты, кстати, когда заново кидаешь, ты, по сути, ослабляешь, потому что заново броню начинаешь нажать. Да? Да. Там жучки старые остаются, если ты не убил его. У меня броня заново идет в минус, поэтому нет. Оно обновляется именно. Ты смотри, что придумал. Так, ну вот теперь, по идее, я буду тычковать всех, кого задену своим скиллом. Вот интересно, как это будет выглядеть. Вот я... Ага. Мне бы добежать еще сначала до тебя. А, Сэндшторм закончился. Я убил! А, шар. Ой. Полетели. Что там, избавился от жучка? Ой, вот это уже жестко выглядит. Господи, как к этому чудовищу подойти? О, хоть кого-то убил. Уже радует. Так, плюс 0.5 снижению брони. Я думаю, ботинок мне, в принципе, не нужен. А вот, допустим, взять... Ой, я там тычкую по кому-то до сих пор. Не по тебе? Сейчас попробуем с руки собраться мощно. 700% усиления. Но я теперь постоянно по кому-то буду тычковать. Метка-то тоже усиливается.
усиление работает на дальность и длительность захвата аванпоста. Ну, хотя бы длительность не работает. Хоть это радует. Стоять 40 секунд захватывать, такое себе. Я скилл нажму, чисто проверить. Ульту? Это да. Бесконечно бегает. Ох, какой дэмэдж. А, понял. Так, ладно. С хиксами все понятно. Это нам тоже не надо. Денег, в принципе, достаточно. Должны будут нормальные тычки лететь. О, это оригинал? Да я тебя цепанул просто. Не цепанул. Или цепанул, не пойму. Но тычки вроде до сих пор летят. Вот это мы просто сломали кастомку максимально. У меня мана кончается. Обидно. Мне бы радиус побольше, чтобы цеплять. У кого мана кончается? На этом? На медузе. На медузе, но я под вышкой стою, вышка снимает понемногу. Вышка может. Получаемый урон просто 900%. Извините. Так, сделаю я, наверное, вот такую вот интересную вещь. Тут рапира, Влад. Ай-яй-яй, да мне бы выжить. Стою просто после стана. Ты с базы, что ли, кидаешь, или что, я не пойму? Стан, да. Не, не стан. А, грим? Не, вот. Да, не, не с базы, ладно. Не с базы, это радует. Ну, это кастомка та, которая просто ломается во всех аспектах. Ну, у нас еще и, к удивлению, не самые жесткие крипы. Не крипы, а герои. Сколько у меня тычек вылетает? Дополнительное число атак должно быть 12. Так, я тебя зацепил. Зацепила меня. А почему мы пятеро против троих играем? В смысле? Ну, посмотри, на фонтане стоит еще. Не знаю, несправедливо. А Мудэ в неуязи стоит? Это как? Мудэ за нас же. Ай, жить? Шарт. Так, и сколько, интересно, эти жучки тебе нанесут дэмэджа? Это что сейчас так стучит? И это 538% только. У меня на секундочку 1100. 1200. Но это не помогает, потому что есть вот такие вот герои, которые дамажат по области. Бедный этот жучка все с себя снять не может. О, здравствуйте. Я живой, ура. Что это так стучит? Так, это ладно, грим третий вешает, активирует постоянно. Я понял. А что будет, если грим аганим возьмет? А он его вроде брал. Там, скорее всего, тоже этот получаемый урон или большой. Офигеть. А сколько у Сенкинга? 1300. 1300, ну это жесть. Ты уже просто шардом бегаешь и вот такую дрянь делаешь. Не, это я ультанул. Шард у меня очень плохо работает на самом деле. Да? А, ну у тебя, наверное, расстояние пройденное увеличивается. Блин, куда бы от тебя... Там не расстояние. В какую сторону надо от тебя сваливать? Там шард по времени срабатывает. Там, наверное, секунд 30. Да? Так, Сэндшторм еще не жал, уже дым недавно. Вот так.
И вот так. Ага, понял, сделал. Записал. А если мы, допустим, сделаем таким вот образом? Понял. С базы не выходим сегодня? Это все пытается спушить. А, вижен поставили. Хорошо. Я до завтра, да, так стою? Ух, нифига ты там нанес дэмэджа. Так, а у жучков урон физический, блин, это не усиливается. И вот этим не работает. Ладно. А сколько у грима? Кошмар. 1446. И у меня 1500. Но у меня нету таких скиллов. Вот у меня написано дополнительных атак 16. Дайте я просто кого-нибудь ударю. Вот чисто проверить. Не кастуйте, не кастуйте скиллы. Вот сейчас по медузе. Спасибо. Вот, стой. Замри. Сколько тычек? 16. Мне понравилось. Как тебя убить? 0 маны просто. Даже полоски маны нету. Выкинул из карты на 21 минуту. Ну, у нас, кстати, через 27 фрагов вы выиграете. А кто у нас фраги делает? Я и ЦМ-ка. А, Дима с этим стоят. Только вы играете, ЦМ-ка. Я понял, да-да-да. Слушайте, ну, в принципе, тут с учетом того, что мы играем на рандомных героях, довольно сложно как-то забалансить. А, убейте меня, пожалуйста. Чтобы было интересно играть. Но у нас хоть как-то относительно получилось это сделать. Кошмар. А, то есть сразу встан. Ты нажал второй скилл, я понял. Сука. Просто появляешься и сразу встан. Тут, если не ошибаюсь, в настройках есть такая тема. Что можно вот как-то Magic Resist, вот что-то такое сделать. Короче, в любом случае, довольно веселая, интересная кастомка. В игротеке вы ее знаете, как найти. В начале видео я вам это показал. Подписывайтесь на канал, если видео вам вдруг понравилось. Также оставляйте комментарий, за кого героя вы хотели бы увидеть игру в данном режиме. Но у нас на сегодня все. Вот такой вот немного страданий от лица автора видео. Ну, в принципе, вы просили выкладывать не только победные катки. Вот нас тут душили. 5 раз больше фрагов сделали. Пожалуйста, держите, получите, распишитесь. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.